Булочки получились просто невесомые, нежные и такие вкусные. Тесто на майонезе приятное, податливое, с ним работать сплошное удовольствие. Смотрите, я покажу, как приготовить булочки на майонезе. Для этих булочек нужно теплое молоко, майонез, сливочное масло и мука. Количество сахара не стоит уменьшать или увеличивать. Дело в том, что большое количество сахара не даст булочкам хорошо подняться, он перебродит с дрожжами, булочки слаще не станут, да и вкуснее тоже. Лучше полить сверху их чем-то сладеньким, можно притрусить сахарной пудрой. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Подготовьте продукты, теплое молоко, приступим. 2. В молоко положите дрожжи, сахар, перемешайте и оставьте на 5-7 минут. 3. Затем добавьте растопленное сливочное масло и майонез, перемешайте. 4. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто. Ставим лайк и подписываемся. 5. Тесто не должно липнуть к рукам, но должно быть мягким, упругим. Накройте его сухой салфеткой и уберите в теплое место на 1,5 часа для подъема. 6. Притрусите стол мукой, скалкой раскатайте тесто, толщина от 2 мм до 7 мм, в зависимости от желаемого результата. Если вы хотите, чтобы булочки вылазили, то раскатывайте толще, если как у меня, то раскатывайте тонко, примерно 2 мм. 7. Выдавливайте тесто стаканом, складывайте пополам и еще раз пополам. 8. В силиконовые формочки вкладывайте по 3 четвертушки, у меня получилось 10 булочек, поставьте в теплое место подходить минут на 20, потом смажьте яйцом, выпекайте при 180 градусах минут 20-25. 9. Готовые булочки притрусите сахарной пудрой, пробуйте. 10. Булочки на майонезе нежные и очень вкусные. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Мука пшеничная, 300 грамм. Майонез, 50 грамм. Сливочное масло, 20 грамм. Дрожжи сухие быстродействующие, 10 грамм. Сахар, 3 столовые ложки. Молоко теплое, 120 мл. Сахарная пудра, 1 чайная ложка, по желанию. Яйцо, 0,25 штуки, для смазывания булочек. Количество порций, 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До новых встреч!